Ловит окунь. Ну все, отломился хвостик, значит. Ты его не сможешь его вытащить. В смысле, вставить уже не сможешь, он уже отломился. Я знаю, этот от кофе можно взять. Ну, крышка от кофе. Можно от кофе крышки взять. Но у нас же нет как с собой. Замерз? Нет. Богдан сегодня там поймал, нет? Все, надо переезжать. Потому что он самый большой. А, в этом он большой. Ну бросай Путина в этот сани. Всю рыбу в сани скидывать. Поехали. Сейчас в другом месте сядем. Так, это рекорд у меня. Это рекорд? Да. Ну, окунь тоже рекорд, а щука тоже. Да. Ничего себе, поздравляю тебя с трофеем. Забирай все вещи. Богдан! Думаю, такой амбре щука. А это... Сейчас тоже этот будет. Не окунь, окунь. Выпускаю амбре. Видишь, хорошая какая блесна. У Артура, да. Ну, сразу пойму. Какая серебряная, да? Я же этот воблер покупал, но... Ну? Но я на него рыбачу. Там вообще большая щука такая подходит. Вообще гигантская. Больше, чем мой спин, как будто бы, но... Просто цапнула, пум, и все. Нету воблера. Где это так рыбачит тысячу? На Мавре. Где да, очень... я же именно там чуть не совил первый. Да ты там не был. Чужой. Блин, вот. А, я когда этот. Который где-то. А, кого-то ловил, да? Ну, просто рыбачил. Я там спинли закинул. Там какая-то рыба, ну, много рыбы за спину специально хваталось. Крючком. А, помнишь, да, Артур, как ты случайно совил рыбу? Я щупал. Да-да-да. Я не помню. О, было бы клевка. А вы за этой рыбой пришли? Ну мы такие стараемся ловить, нам окуней-то не надо. Вот ловили утром, они клюют обычно. Утром. Шести. А вы эту ели, да? А? Вы эту ели сегодня? Нет, мы не ели. Ну щука этих едим, окуней там все. А этих солим, это для соления рыба. Нахуй. Хорошую рыбу солят, не жарят. Это же типа ряпушки, да? А ну как бы строение, ну, одинаково может сказать. Видишь, она большая, это еще не большая, это же маленькая. Средняя считается, не маленькая, но средняя такая. Средняя, ну, большая вот так, как этот окунь, но только под длиннее. Да, толстые, а вот так. Они означают под льдом, да? Как омуль видели? Да. Мы все время таких солили на этом. Это там Мавр. Нет, Берестине. Под Кстатемом? Ага. Когда я туда с ночевкой ездил. Еще ночью, потом я еще на целый день ездил с 9 вечера, но летом поехал на другой берег от Жиганска, но мы там в 5, с 9 до 5 часов были. Иди, Николай. Бар. О, щука. Да? Тащи. О, щука. Аккуратнее тащи.
О, красава, давай. О, бросай сюда. Бросай этот линок. Красава. Вот это ты взял. Это всего тайминь, да? Нет, это не тайминь, это линок. Артур, я тут у нас. Леска под ногой. Он вас клюет, похоже. Леска под ногой. Нет, сними леску. Нет, своей ноги сними леску мою. Ты мне этот... О, зверь вообще, иди. Да, красава. Ну-ка, подними. Подними, покажи. Руки возьми. Руки. Рыбак. Блин, вот Артуру ставим лайк. Артур сегодня домой с рыбой поедет. Надо ее вырубить. Дай-ка. Стой. Вытяни вперед. Рыбак. Так. У него блеста волшебная. Да. У него твоя блеста там серая, да? Ладно, ходи. И ваша? Это я ему одолжил. Пускай рыбачит. Видите, да? Пускай рыбачит, ловит хороших рыб. Ты опять леску мою зацепил? Я, да. Ну? А нет, вот. А вот еще зацепил. Ёлкина. Вот. Ну, видишь, как молитва вам помогает, ребята. Вот так вот. Смотри, я ее байонайте. Бай-байна это вам даю. Бай. А вот тяжелые. Артур, это твой трофей, да? Нет. Ну, по... Да-да-да. Мы же вот такого же... А у нее там зубы есть? Да. Посмотри. Это же как щука. Да, она ей в жабры засунет пальцы. Щукала. А можете даже блесну? Какую-нибудь другую? Да, могу. Блин, еще вода так вытекала, да? Жестко вытекла. Да. Ну, толстый же идет. Жиробас. Мне казалось, это большая щука. Эй, да, вот такая же, блин, еще одна. Тот дяденька, он вообще жестко удивится, да? Да. О, бар. Опа, еще одна. Окунь. Щукова. Или вот такой же. Дмитриевич будет. Опа, больше. Щуки. Этого оставляем, да? Еще. Он нормальный. Похож на тех, кто оставляет. Короче, я не могу снять. Это слишком больно. Почему? Не знаю. Слишком тяжело вот это вид. О, какой большой дерь. Остальное. Такой же, как брат. Вот, вот такую большую надо делать. Сразу солить его. Щукова. Окунула. Да, даже нам такой убавался ни разу за все эти пять дней, да. А жаль. Жаль, да. Бабар. Так. Тут все будет по моим правилам. Вы даже на свою любимую блесну такого не ловили. Не, я ловил, конечно, летом, но зимой.
Я зимой как бы ловил, и таких тоже, наверное, да. Только не здесь, не в этом месте. Как бы, где их много, там ловил. Артур еще водник ведет. Да, сейчас пойдем обедать, хвастаться перед Дмитричем. Вот, еще ни разу не ел. Ну, поешь. Ну, вообще же, это же как осетр ловится, да? Ну, редко, да? А тут осетр есть? Нет, тут нет. Вот там далеко есть. На середине где-то, да? Взять мою эту. Это же как этот осетр редко ловится, да? А? Да. Я не вижу браконьеров. Ну, это же белая рыба считается. Как белая? Ну, как бы хорошая. А у нее икра есть? Вот это я не знаю. Ну, сейчас гляну, рано, наверное, у меня, по-моему, лету. Нет, икру. Я такой смотрю, ну. Это думаю, как вы там. Сейчас. Думаю, таймень, короче, такой, да? А оказывается, ленок. Ну, похож, да, немножко. Ну. А, вот это же помогает же, да? Типа определить. Да? Это колебание. Ну. Чувак. Не, нам не мешает. Обла. Побущу губу. Ловить. А, это же благодаря мне. Ловище рыбка большая и маленькая. Вот большая, а вот маленькая. Вас, короче, видео смотрю, на. Этот. Вы, короче, рыбачили, на. И у вас сразу такая большая щука этого. А, клюну. Там еще сзади какие-то женщины были. Ну, да. Что-то говорили. Ну, это есть такое видео. Это я вот туда дальше ездили мы. Ниже я специально возил их тоже порыбачить. Кушак. А это же, походу, один и тот же, который мне ловился и вам два раза ловился. Ну хорошо же, когда он много раз ловится. Почему? Ощущение, как будто здесь много создается. Да-да-да, это как одно и то же. Я там рыбачил, да? У меня, короче, клевало, да? Мне казалось, что оно ушло. Я вытаскиваю, а там щука такая сидит. Помнишь, да? Когда нам дядя спиннинги подарил. Ага. И у меня, походу, там... А, да, у меня запуталось, да? Я просто в воду бросил там, когда все купались. Потом я такой затаскиваю. Все, неисправимо, где? Затаскиваю, а там щука такая, как вот так вьюн. А потом она ушла. Соскользнула. У меня же вот такая игра. И иногда я вот так делаю, да? И иногда вот так беру, поднимаю, а потом вот так отпускаю. А у меня, знаешь, какая, Артур? Вот такая. Самая обычная, да? Ну, у всех разные методики. Ого, жестко было. Да? Ага, вот так. Тум. Вот это, наверное, опять еще одна лимба. Может быть. Которую должен опять кто-нибудь из нас садить. А знаете, как я дразню рыбу вот так? Очень быстро этого, а потом я вот так типа устал, и они клюют.
рыбаками вообще. Баянайскими рыбаками. Да, сейчас сюрприз. Есть кофе, что ли? Вот сейчас будет солить. Ух, ловушка. Молодцы. Я такой сижу, а там эти рыбы. Нет, да, вот он кидай. А тут победил в соревнованиях. Так, садись на кровати. Но это не точно. Так, я буду. Гендром быть там было. Гендрики, вот. Генка тебе, наверное, какой-то. Кривидор, что вот это. Молодец. Тупорылый лимба. Говорю же, тупорылый лимба. А тут вообще что-нибудь ловит? Вот да, хвост. Не. Мало чего ловится. Да ну, а я хочу все. Зовите кто-нибудь. Это покажи, как где порвало. Она порвала там, где ты узел делал. Я да. Какой? Ну ты запутал же все там. А-а-а. И там остался один узел. Не развязан. И в этом месте она порвалась. Вот и все. Не, ну это по-любому была большая рыба. Ну тогда все. Она тебе. Ты представь, это просто окунь, который больше, чем этот, которого не дарили. Если не это бы, Дэн, там обратно идешь. Почему? Там у меня поблизости лежат. Да ну, жестко большая походу. Да, большая была, крупная. Ты еще не умеешь крупную вытаскивать. Да, надо улаживать умеет. Ты на храпом стал тащить. А? Храпом? Ну, прямо сильно. Ага, вот так резко слишком. Надо вот так аккуратно. Если она тянет, то вот так отпускает, отпускает. Да ну, если я сейчас совлю, это будет маленький окунь. Я офигею. Нет, ты уже его не слышишь. Почему? Слава, но блестел оттуда. Так вот, да, Кор, мы но летом, же... когда рыбачили, но ага. Там это то, был мужик, он потерял блесну, но ну, небольшую красиво. Я с этими мужиками рыбачил. Он мне дал свою блесну, и я совил ту щеку, которая была на штуке.
Айварда. А? Айварда. Это что? Куда? Ага. Да ну, жесткий бычак ходит. Давай сюда. Да, жалко, хорошая блесна ушла. Угу. Хорошая блесна ушла. А сейчас я ее собью? Вероятность малая. Конечно, малая. Потому что... Вероятность этого равна нулю. Андрей, у вас же! Дай удочку, вытащи свою. Да ну! Везу. Кто-то есть, да? Бар? Ага. Вот. А что если это? Это или это? Пока не знаю. Ой, ёлка, щука оказывается. Щука, да? Ага. Обрезала, да? Обрезала, оторвала. Ага. Да ну, это зверь, щука, говорю вам. Значит, вероятность на меня. Давай его, видите, что стоишь? Сюда, подожди. А я говорил. А, главное, удочку не отцепил. И этого, и этого не ушла. Артур, стой. Ты же не стоишь. Стоишь. И? Так. Кидай. Давай его, лови быстрее. Это будет моя щука. Это ли? Я говорю вам, это щука монстр, где? Или... У меня небольшая щука была. Просто от зуба порвала резко. А, у вас там без этого? У меня без ничего, это же просто мормышка. Маленький чертик, получил мормышечек. Просто лапишка от тоненькая резко. Вот. Угу. Вот Артура она не порвет. А? А, мото был. Так же копать тоже такую же. Вот вы же поменяли как бы снеги. Она какая-то легкая стала. Каждый месяц по 6. Бычая, да? Опа! Посмотрите у него, нащупайте. Кого? Вот у него же у него идут. Раскройте ей пасть, горку. Чтобы... Не, нет там ничего не вижу. А здесь, да? А, леска будет начала жить. Сверху взял. Опа. Где? Вот. Не показалось, типа там. Итак, дорогие друзья, как вам всем уже известно, я уже давненько пользуюсь на рыбалке телефоном Юлифон Армор 7. Этот телефон для нас, для рыбаков, очень актуален, потому что телефон имеет функцию измерения атмосферного давления, которое я давненько уже так успешно пользуюсь. Делаю снимки. Телефон имеет 48-мегапиксельную самсунговскую камеру с искусственным интеллектом. Телефон не боится пыли, грязи, противоударный и водонепроницаемый. И сообщаю о том, что компания Юлифон в своей группе ВКонтакте проводит еженедельные розыгрыши вот таких защитных телефонов. Поэтому, если кому интересно, переходите по ссылке, смотрите. Артур, пришли чипсы, давай. Можно на природе. Да? Лафан не надо. Лафан? Лафан.
Опа, опа. А, блин. Как будто бы большой, когда вода вытекает, да? Потому что это окон такой гигантский. А вон у него вообще сопротивляется. Пластмасс. Пластмасс, как пример. Да ну тут что-то. Опа. Сколько вот рыбы нету. О. Я? Это что, не рыба разве? О, еще надо рыба. Ну только маленькая. Ну мы ее отпустим тогда. Когда растет до таких размеров. Кажется, которого мы съели. А, или то. Вот такой будешь, придешь. Или. Не, вы сейчас тебя отпустили, и щука сожрет. Артур, это как баунти, да? А? Недавно еще и поклевка была. Вот. Так, дорогие друзья, вот такая сегодня была рыбалочка. Ребята, вам понравилась рыбалка? Конечно. Так, значит, у нас произошла клевая рыбалка. У нас сегодня Артур отличился. На второй лунке первое место занял Богдан. Поймал вот первую рыбу и последнюю. Больше здесь никто ничего не поймал. Ну и что мы можем сказать напоследок? Всем хорошего настроения. Всем спасибо. Всем пока. Ставь лайки. Делимся с этим видео с друзьями. А также смотрите канал Дети Севера. Там вот тоже есть рыбалка с моими детьми. Ну и вообще рыбалка с детьми. И отсюда видео тоже туда пойдет. Так что попрощайтесь, ребята. Пока, всем подписывайтесь и да. Ставьте лайки. Передавайте привет и одноклассникам там или кому-то. А главное, смотрите, клевая рыбалка.